Коробка для сборки. Так, упаковано хорошо. Цвет салатовый. Так, вот так он открывается. Защитное стекло на двух сторонах скотча. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Для 8 элементов 18650 ячейки. Так открывается, так он будет выглядеть в сборе. Сейчас приколу стеклышко. Говори, опасно. Так. Стекло приклеили. Сейчас проверим. Можно мне что-то сказать? Вот. Да нет, мы тебя слышим, мы не говорим. Элементы 18650. У нас 8 штук от аккумулятора. В принципе, все они должны сейчас иметь заряд 3,96, некоторые 3,7. Вот. Так, и вставляем элементы сюда. Раз. Закрываем наш пауэрбанк. Довольно-таки увесистый получился. Наверное, чуть больше килограмма. Где-то килограмма на полтора. Так. Все. Вот такой вот пауэрбанк. Двойное нажатие активирует функцию фонарика. Единичное нажатие активирует подсветку на дисплее. Сейчас проверим, сколько он выдает. Тестировать будем. Такой вот у него есть вольтметр. Показывает силу тока. Первое гнездо, где написано 1 ампер. Подключаем. И включаем камеру на зарядку. Так, вот. Нарисовано, ну, написано надпись 5 вольт 1 ампер. Показано, устройство заряжается. На данный момент, да, идет заряд около 0,3 ампера. Подключаем в разъем, где написано 2 ампера. Разъем тоже рабочий. Powerbank. Да, говорит, подключен 2 ампера. Ток примерно 0,3 ампера потребляет.